зовут? Ты что, по-новой, что ли? Да, я же сказал. Зовут меня Саня, я сижу из Сахалинска. Вот, всему Сахалину передаю привет. Сейчас я нахожусь в городе Хабаровске. Первый раз прыгаю с тарзанки с 50-метровой высоты. Вот, всем, кто меня знает, передаю большой привет. Сегодня 18 октября 2014 года. Ну все. Давай. Завтра, Леха, ветер пиздец по прогнозу. Ну, он там что-то 4-5 метров в секунду, но... Нет, 10. Ой, да ну нафиг! До 10, завтра пиздец. Ты что, у Жеки прогноз, завтра на кайте поедем гонять. У него вообще прогноз прям никогда не врал. А где он смотрит? Блять, на вот сейчас залезу, знаешь. Вообще ни разу не наебал прогноз. Хоть бы раз наебал. Я говорю, нихуя у тебя прогноз, где ты смотришь? Это он что-то говорит. Я на Янгуру смотрю, там самый специализированный сайт для этого. Ну вот у него, наверное, я не знаю, такой же. Завтра, мы завтра ждем дня, это пиздец будет. С завтрашнего дня ветра начнутся охуенные. Сегодня вообще говорит, хуйня. Сегодня до 10 метров, 3-10. Завтра пиздец, ветер говорит. Кто-то веселее, наоборот. Не в этом дело. Короче, там есть два показателя.